Это ж вы просили подержать, да? Ночью в поле звезд благодать.
по Волге-реке до Снежиня Новгорода. Зная жон, да там стружою жиха стрела. Thank you.
Oh,
Yeah.
Не знаю, мой голову сложу, да ты прости меня, родная.
Сверху я для украшения ищу маслица подлин. Ой, сеня мои, сеня новые мои, новые стер я копоть понемножку и снес горницу на стол. Положил я чашку, ложку, тут и барин подошел. Ой, всегда так исполнять, то на праздничек за эмба подарю я рублев 5. Подарю ему рублев 5, да с Акулиной погулять, с Акулиною Петровной растарательно кутнуть. Ой, Светлана, Ладя! Волоса мои вцепился и давай меня таскать. Вот ты даме Акулина, вот ты даме 5 рублей. День не вырвалась нагайка, пролжала до дверей. Долго думал, удивлялся, чем ему не угодил. А потом я я чай не посолил. Ой, сеня мои, сеня, сеня, новые мои, сеня, новые, клиповые, дешевые, чапые. Сеня мои, сеня, сеня, новые мои, сеня, новые, клиповые, дешевые, чапые.
друзья, вот и подошел к концу наш праздничный рождественский вечер. Но это не значит, что закончились праздники. Мы от всей души еще раз поздравляем вас со всеми зимними праздниками, ведь впереди еще один старый традиционный Новый год. Желаем вам здоровья, желаем вам, чтобы все ваши мечты и пожелания сбылись в этом году. Желаем вам добра и, конечно же, терпения. Предстоит еще терпеть и терпеть, но я думаю, что все равно когда-то все будет замечательно. Благодарю. Нет. Еще хочется сказать, дорогие мои, что нам очень приятно сегодня, что такой аншлаг в зале, что столько людей у нас еще остались, кто действительно любит настоящую песню, казачью, русскую, неважно, ту, которая с чистотой. Та, которая называется «Источником». Благодарим вас за ваши аплодисменты. За ваши улыбки. Но за то, что вы с нами до сих пор. А мы еще не заканчиваем. Мы будем еще петь, плясать, переводить из своих внуков, своих детей. Мы их тоже научим нашему русскому традиционному искусству и культуре. А мне хочется добавить, что сегодняшний концерт подготовили наши замечательные специалисты. Звукомонтаж Владимир Кузнецов. Простите, я попутала. Видеомонтаж Владимир Кузнецов. Поднимайся, поднимайся, Владимир. Звукооператор наш замечательный Александр Цанаев. Замечательный, правда, он уже ушел, баянист, почетный деятель искусств Российской Федерации Василий Рючуков. Наши замечательные хореографы, тоже не знаю, здесь они или нет, они сегодня только приехали с гастролей. Здесь! И Юлия Суетнова, пожалуйста, еще раз. Ну и, конечно же, наш руководитель детского казачьего ансамбля «Каравай» Александра Олейникова. И, конечно же, наш любимый, дорогой руководитель народного сценического ансамбля «Хуторок», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Белякова. Концерт в этом году. Следите за рекламой. Мы будем еще давать такие большие концерты. Приходите к нам. Дом